Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. И сегодня 2 марта. С утра светило солнышко и была отличная погода, однако днем все небо затянуло серостью. Но хорошо, что нет дождя. На море волнение. Вот какой-то серфер пытается воспользоваться этим. Ветра нет. Температура воздуха 10-12 градусов. В целом, хорошо, что нет дождя, достаточно прохладно, по-прежнему зимняя погода у нас сегодня. Вот такая погода сегодня в Сочи, так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите Черное море каждый день. Всем пока!